Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть. В Killzone. Это круто. Ой, я тут смотрел с авторскими правами. Такой бред творится. Смотрел тут. Ух ты, охрененно. В общем, какой-то араб добавил на Beyond Two Souls свое видеосодержание в миссии, где там с арабами. Ты ни хрена себе, смотрите, какая башня или что это. Я набрал предельную скорость. Так вот, какой-то сраный араб добавил свою, грубо говоря, музыку, что ли. Вот, ну, точнее, там видео, визуальное содержание, что он якобы его ролик, там какой-то арабский сайт, я не знаю, но это просто в Арабии происходит действие в Beyond Two Souls. Боже. И вот он дал какое-то нарушение, там видео заблокировано во всех странах, бла-бла-бла. Ух ты, охренеть, дома рушатся. Черт, это так круто, слушайте, это вообще немыслимо. Ну что ж, давайте пытаться. Я думаю, это уже ближе к концу игра идет. Хотя, может быть, еще дофига. Вау-вау-вау. Офигенно, слушайте. Это надо держать там скорость достаточно. Поэтому надо, чтобы задействовать воздушные тормоза, нажмите. Ой. Нолик, черт возьми, все рушится. Ать, не повезло. Так, еще раз. Прикольно, кстати, очень прикольно. То есть тут не ролик, это я реально управляю вот этим всем действием, вот этим всем падением. Это правда круто придумали. Ох ты, боже. О, да. Тут. Ох ты. Крутой пикет, черт возьми. Вот это вышка, да? Построили тут. Это же ведь не Хелган. Не Хелган. Все, по крайней мере, рушится. Это. А, ну это разруха та, которая у нас осталась. Можно так сказать. О, боже, охрененно круто. Да, дела, конечно. Ой-ой-ой, не падай. Не падай, пожалуйста. Да куда там долететь-то надо? Врезались, черт возьми. Сейчас главное не с самого начала. Не хочу с самого начала. Потому что тяжеловато. А, ну вот контрольная точка. Слушайте, вот так даже прикольный. Ай-яй-яй, а-та-та. Эть! Бфф, опять. Блин, ну, это сложновато. Сложновато. Ну ладно, он тут, видите, смысл в том, что нужно повторять движение. Итак, у нас тормоз есть воздушный. Он не всегда работает, вот мне еще интересно. Эхо, проверка связи. Сигнал террористы на четкий. Я потерял корабль из виду. Вижу столб дыма. О, нам туда. Блин, в какой-то балке, черт возьми. Странные балки. Эхо, проверка связи. Давайте вот так, вниз. Роботов голубых. А вот и точка. Пух, подушечка, ура. Вот это апокалипсис, слушайте. Ядро планеты нестабильно. Теперь подземные толчки пойдут один за другим. Иди осторожнее, земля дрожит.
Офигеть. Я тоже не видел. А, черт возьми, это самый офигенный. Офигенная катастрофа в видеоиграх. Которую вообще можно было придумать. Куда нам надо-то? Он с девчонкой встретится. Да, слушайте, офигеть. Очень Белл, круто. Так было суждено. Никому нельзя было верить, приживой Массар. Конечно, нельзя было верить. Планета погибла по вине обеих сторон. Так не должно случиться с Вектой. Не случится. Бедная Векта. Мы найдем Шталя и уничтожим оружие. Переберемся по гравитационным колодцам. Вышку можно повредить. Слушай, а вот тут уже начинается... Если нужно еще, сбей бота. Они их носят. Это очень интересно. Ох ты, вот. А, чё, ну, то есть, сейчас игра уже как-то напоминает то, что должна напоминать. Очень интересную игру. Блин. Я помню. Ну, блин, это такие Half-Life просто офигеть. Ну и зачем мне стрелять в канистру? А, то есть мы колодец, что ли, там? Дырка сейчас должна образоваться или что? Ой-ой-ой, все поднимается. Что за... за мной. Ничего себе. Охренеть. Ой, мы летим. Я куда-то вниз падаю. Ой. Куда надо-то? А, наверх. Расходимся, чтоб не выследили. Челнок наша зацепка. Иди на дым и будь на связи. Как начинается игра с челнока? Смотрите, какая красота. Вот он, Next Gen. Просто, просто чума. А против кого мы сейчас? Против виктанцев будем? Куда идти? Куда идти? Точка. Покажи мне. Чтобы найти оружие, прежде всего, надо отыскать челнок. Я вижу дым, место, где он разбился. Прыжок. Офигеть. Какая разруха. Текстуры? Текстуры. Шикардос. Ладно, что, погнали. Нам вот надо... Как я понял, куда-то идти, да? К месту дыма. Ну, я вижу вон место дыма, но вон там. Это далеко. Это так далеко. Унитазы. Вот параша сейчас. Ну тут можно наложить. Черт, он не идет туда. Слушайте, ну очень здорово. Очень здорово. Блин. О-о-о-о! Эть! Как-то странно он стреляет. А, нет, нормально. Сейчас заберем этот... Эту штуку, черт возьми, ее не забрать. А, вон одна упала почему-то. Ну, потому что мы стреляли, вероятно. Сейчас зайдем в нее. Так, 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 так. Ставим и бомбанем. Очень круто. Мне кажется, вот чем должна была удивлять Killzone. Вот этими всеми видами. Вот этим всем разрушением. Вот этим всем апокалипсисом. И, знаете, сюжета бы еще сюда. Сюжета, как в каком-нибудь Дисконнороде. Ну там классный сюжет. Ой. Гори желтым. Желтым. Сработало. Контрольная точка почему-то. Ого. Роботы. Там.
Опа. Мобильный сканер. Часть системы обороны. Надо его отключить. Каким образом? Меня засекли. Уходи оттуда. И что будет, если засекли? Да ничего не будет, просто бежим. А, нет, ничего не будет, это не так совсем тут происходит. Кое-что будет. Кстати, дорогие друзья, да, я уже говорил про то, что... Да не хочу я реанимировать, я хочу начать с контрольной точки. Ну вот, я не знаю, может канал уже завтра не будет существовать, зря я это видео записываю. Но может будет, так что посмотрим, поживем, увидим. Ну да, потому что это все из-за араба, который вдруг решил, что Бент Сол его. Что это? Мобильный сканер. Часть системы обороны. Надо его отключить. Ну, ой, 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 ой. Он все и сканирует. Ну давай попробуем. Где вкликал, выкал у тебя сканер? Странно, что тут никаких кнопок включения, выключения вообще в помине нет. Я не знаю, как отключить этот сканер. И что нам делать в связи с этим? Подождите, это что? А, понятно, вот смотрите, вот летит штука. Она кинула прям в бездну. Должен быть другой способ его вырубить. Поищи что-нибудь. Как это поищи что-нибудь? Ну вон два провода тут. Надо просто подобрать нам. Сейчас, подождите, она пройдет. Я быстренько спущусь. Вот так вот. Аудиодневник, кстати, там валяется. Ну где, где, где упало? Ой, мы умерли. Черт. Ну я понял, там с двух сторон на две точки питания, их нужно выключить, вот и все. Это будет наше решение. Аудиодневник, опять аудиодневник. Ну давайте подберем. Ух ты. Всегда кто-то... Были горы трупов. Я слышал стоны людей, погребенных под обломками. Меня засекли. Как вам удалось пережить взрыв? Казалось, они колотятся со всех сторон. У них не было никакой надежды для нас. Им оставалось только медленно умирать. Все, кому удалось выбраться. Не пройти из любого пространства. Ого, видите, сколько у нас тут? Ну понятно, я спалился. Опять. Жесть, такую рассказываю, да? Не очень зрелище. Так, еще раз. Во-первых. Вот эта штука, которая летает. Блин. Меня засекли. Да ё-моё, опять. Ну что ж, да опять нас засекли. Что такое? Прыжок. Бабах. Даже прыжки тут и смерть прикольная. Так, ладно. Надо, нас засекает очень часто. К сожалению. Но надо что-то с этим делать, блин. Меня бесит это начинает. Во-первых, нужно нам вот штуку, которая сейчас вот пролетит. Ну, лазер-то вон. Где еще? Вон, 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 вон. О! Только куда упала она?
Ну тут-то нас не засекут, да, вроде нечего. Негде, нечем. Блин, мне нужно, чтобы она упала вот сюда. О, упала? Нет, по-моему. Сейчас, надо подождать. Не очень-то просто стрелять на джойстике. Я думаю, вы уже поняли все. О. Да ё-моё, а? Потому что стреляешь, нажимаешь другую кнопку, и палец почему-то, ну, дергается. Прям большой палец дергается, а стреляешь ты. Может, вот так попробовать. А, слушайте. Мобильный сканер. Он поврежден. Наверное, не выдержит перегрузки от взрыва. Найди еще один. Вот это вот нежданчик. Вообще нежданчик, друзья. Вот это вообще нежданчик, потому что... Ну и что, контрольная точка? Мы вроде отключили сканер, да? Все? Что происходит? Что, черт вы? Отлично. Че, вот эти не будут нас искать теперь? Засранцы, а? Ну, сейчас мы его обезвредим, вот эту штуку. Да блин, пистолет. Че, робот-то не помогает? Давай, робот, хотя бы ты. Ну это так, издишки, мне кажется. О! Шикарно. Куда нам идти-то надо? Мы этот сканер отключили. Куда теперь? Не показывает добраться до поверхности челнока. Зря мы куда выстрелили. О. Даже что там было? Стрелять, ломать. Теперь-то куда? Не подсказали нам. Такие молодцы. Сейчас, подожди, посмотрим, может там меню? Говорят, нет, не говорят. Так, чтобы найти оружие, прежде всего надо отыскать челнок. Ну так, тут вообще опасно. Добраться до поверхности планеты, где находится челнок. И нигде никаких точек не показано. Чё, куда? Ну, вверх. Поднимай меня. Не поднимает. О, судя по всему, по лесенке. Ну, я так предполагаю, что надо по лесенке. Это лишь мои предположения. Потому что без... Ну... С этой херней мы туда пройти не могли. А вот тут сейчас можем... О, разруха. Что вообще? Вот это неожиданный поворот. Поезд. Черт возьми, поезд. Бабах. Вот, неожиданно. Правильно, блин. С руки мочи. Давай, отключай его давай уже.
Эта херня сейчас выбросит еще паучков, которые нам вообще нафиг тут не нужны. И тем более патронов почти нет. Так, что это? Где мы? Я так не могу ориентироваться в пространстве. Хотя вот вроде вверх, да, идем? Но непонятно на самом деле. Куда идти? Ну давайте. С Богом. Правильно. Что? Ух. Охренеть. Вообще. Знаете, пнул дверь. И вот такой вот не ждал.